Ну, я, все вы знаете, или большинство знаете, что третью песню всегда исполняю как третий тост, посвященную тем, кто от нас ушел в последний полет. К сожалению, ну, здесь много авиаторов, они прекрасно знают, чем они занимаются, насколько опасна эта профессия была, есть и будет. Как-то для военно-воздушных сил не только, ну, вот крайние месяцы какие-то вот не самые удачные. Ну, самолетов потеряли так немало, в общем-то. И экипажи, тут вот 124 в Хабаровске, 2 Ту-95, ну, к счастью, там большая часть экипажа живые остались. До сих пор в голове не укладывается, что ушел из жизни Виктор Николаевич Чмаль. Это вообще было какое-то совершенно неожиданное событие. Как, собственно, в принципе, это всегда неожиданно, конечно. Я разные песни вот третьим номером пою, наверное, чаще всего именно в памяти Игоря Ткаченко, моего близкого друга. Сегодня не могу поступить иначе, потому что у него сегодня день рождения. Ему бы исполнился 51 год. Там вот жена сидит, Галя, она сегодня меня первая поздравила. Это я к тому, что мы с Игорем все время соревновались, кто кого друг друга, кто из друг друга поздравит первым. Как-то у меня чаще получалось. У него однажды моя мама нас первая поздравила, так всякое бывает. Вот, ну, памяти их всех. Ну вот и все. На новом месте службы. Разбор полетов с главным, будь здоров. И хоть я жил в Вороне так, как нужно, отправился жить к нашим, но суров. Здесь главный исключительно суров. А встретились, чего на все 5 баллов? Кто был не на полетах, прибежал. И даже сам Валерий Павлович Чкалов при встрече крепко руку мне пожал, обнял и крепко руку мне пожал. Но главное, я снова здесь летаю, неясно, как отсутствует металл. Хоть крыльев за спиной не наблюдаю, летаю, сколько в жизни не летал. Летаю, как при жизни не летал. Здесь поздно полете бывать осторожны, на все виды допуски даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожны, и нам уже можно. Теперь уже можно летать, и без границ нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мной стоит. Мы живы, хоть оплаканы родными, нас радует здесь небо холодок. Не рай, не ад, а где-то между ними невидимый военный городок, заоблачный военный городок. На рай мы по заслугам не проходим, а в ад нам и самим-то не резон. Забор, казарма, КПП на входе, у нас отдельный летный гарнизон. Для летчиков отдельный гарнизон. И главное, одна на всех задача — летать с живыми здесь по небесам. Стараться уберечь парней, иначе всем плохо, коль они приходят к нам. Ой, плохо, как они приходят к нам. Здесь поздно полете бывать осторожны, на все виды допуски даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожны, и нам уже можно. Теперь уже можно летать, и без границ нам открыты любые районы.
И небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мной стоит. Вне возраста все летчики в полете, равны все и Летеха, и Главком. Здесь Нестеров с Гагариным в почете, и Уточкин с детским юморком. А Вася Сталин, ну тот особняком, шумит нам про исправность всей матчасти. Припады, мол, за это под расстрел. Наверное, грузин здесь прав отчасти. На днях вон целый борт опять сгорел, и новый экипаж к нам прилетел. Теперь и сам я здесь таких встречаю на входе гарнизонном КПП. Я здесь за подготовку отвечаю в соответствии с небесным КПП. Здесь курс другой, небесный КПП. Поздно в полете бывать осторожны, на все виды допуски даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожные, и нам уже можно. Теперь уже можно летать без границ, нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. А как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. Нам уже можно, теперь уже можно, нам уже можно. Спасибо. Я думаю, они нас все видят, летая там.